Хочу вам сделать небольшой обзор на полевую сумку. Полевая сумка — это вещь такой, аксессуар, достаточно известный. В свое время она была распространена, ну и, наверное, сейчас в вооруженных силах Российской Федерации, СССР. Эта вещь предназначалась для офицерского состава, для офицеров. И была распространена не только, кстати, в России повсеместно, но и в других странах. Эта полевая сумка более не нового, видите, по ее состоянию, а старого образца. Ей уже много лет, видите, по ее даже внешнему виду. Открываем ее. Здесь ремешок сверху был, сами понимаете. А, кстати, они еще называются, можете прочитать, планшетные сумки. Открываем. Вот что у нее было внутри. Она изготовлена из натуральной кожи, насколько я вижу. Внутри у нее есть несколько отделений. Вы сами видите, для карандашей. Это для компаса крепится на ремешке. Здесь хранится резинка. В некоторых случаях полевая сумка еще открывалась так, и здесь был прозрачный под полиэтиленом такой же карман для карты. И в полевых условиях надо при необходимости было посмотреть карту и смотрели ее. Внутри имеется два отделения. Первое отделение и второе. Видите, в ней ничего сложного нету, самой по себе сумки. Но это вот такой вариант тех сумок, которые раньше носили. Сейчас же есть барсетки, в том числе мужские клатчи. Многие скажут, ну это вот только сейчас появилось. А нет, сами понимаете, что это было и раньше. Но в несколько ином виде и, может быть, под иные цели. Задничек ее, здесь вы видите, прошито все аккуратненько. Здесь имеется ручка. Ну сейчас она таким образом сделана, а здесь была длинная ручка. Сюда крепилась для того, чтобы носить ее через плечо. Вот, в общем, такая полевая сумка, друзья мои.